В ближайшую неделю синоптики нам обещают теплую и комфортную погоду, поэтому для тех, кто сейчас находится в отпуске, самая благоприятная пора для рыбалки. А вот существуют ли какие-либо магические средства для такого отдыха, узнала Оксана Ярославцева. Степан Афанасьевич. А? Какое у вас самое заветное желание? Ну, чтобы в Московской области атмосферное давление не падало ниже 740 градусов. Это еще зачем? Рыба лучше клюет. Как рыбалка? Да, не очень. Почему? Мелочь. Ну, вообще много наловил? Да я недавно приехал, кунишки как-то. Был момент, когда ловил. Что для хорошей рыбалки нужно? Давление, везение, еще места надо знать и слово «заветное», уверена Ольга Зырянова, директор Сургутской районной централизованной библиотечной системы. О старинном рыбацком обряде она прочитала в нескольких источниках. Рыбалка начинается с курицы. Берешь жирную тушку, варишь без соли и в начале рыбного сезона опускаешь в водоем с определенными словами. Верить. Можно не верить. Ну вот я вот в округе живу 35 лет. И вот последние несколько лет делаю этот обряд ранней весной. Вот как только лед сходит, значит, я это делаю с удовольствием. И вот к моему удивлению, значит, рыба благоприятствует мне, значит, возвращаюсь с улов. Хищная рыба, такая как щука, хорошо идет на живца. Много лет назад очень опытный рыбак Ядрошников Александр Павлович научил меня, значит, разным видам рыбной ловли. И вот один из самых успешных на больших щук – это, конечно же, живые рыбки, наживка живая, гальяны. Значит, мы их вылавливаем на Федоровской дороге, специально ездим, значит, ставим сетки, морды, значит, вот, и держим их дома в холодильнике, кормим их. Те, кто верит, что удачу можно приманить словами заветными, знают и специальные заговоры на червяков. Есть и червяки специальные. Вот, дорогое удовольствие, канадские черви, но беру именно их, значит, живем один раз. Они жирнее, они прямо живучие. Вот они в этой коробочке фирменной в своей живут до месяца. Значит, здесь же питаются, здесь же размножаются, значит. Вот лучшее подспорье рыбаку, значит, канадский червь. Можно сколько угодно хихикать над совершенным куриным обрядом, но не успела курица утонуть, как клев начался. Да еще какой. Ловится рыбка-то на курицу. За полчаса рыбалки мы поймали порядка 30 щурят. Они жареные, очень вкусные. 2 месяца вот этой рыбешки. Вот это месяц. Но в следующем году должны быть рыбы много, потому что много вот мелких особей. Так что ловись, рыбка большая и маленькая. А вот удачи рыбаку желать не надо, плохая примета. И отправляйтесь на рыбалку в хорошем настроении. Тогда удачный клев будет обеспечен. Оксана Ярославцева, Александр Латыпов, телерадиокомпания «Север».